Южноуральцы смогут получить скидку на оплату налогов, но для этого им нужно поторопиться. Подтвердить права на льготу нужно самим в срок до 1 апреля, иначе оплачивать придется уже всю сумму. Одна из самых больших групп, имеющих право на льготы, это пенсионеры. Также скидку на имущественный налог могут получить инвалиды первой и второй группы, ветераны боевых действий. Чтобы подтвердить право на льготы, необходимо принести документы в свое отделение налоговой службы и написать заявление. Второй способ – вы можете направить заявление по почте с приложением соответствующих копий документов, либо обратиться в налоговый орган через электронный сервис ФНС России, личный кабинет для налогоплательщиков физических лиц. Аналогично пишется заявление, вкладывается сканированный образ вашего документа и отправляется также в любой налоговый орган. Добавлю, что если в собственности у человека находятся две квартиры, льгота распространится только на одну из них, ту, что стоит дороже.